І я так думаю, що не буде роботи ні на другій, тому що інформація пішла по всім перевозчикам. Скажіть, як ви інструктуєте людей для того, щоб подобних случаїв? Ми інструктуємо людей персонально, коли поступають на роботу, і інструктуємо персонально, читайте, о чому речі йде. Вот. Я спеціально взяв журнал, читайте ось тут. О чому речі? Ні, ви прочитайте. Прочитайте, будь ласка, вслух. Я без очков не можу читати. Ну, прочитайте. Прочитайте, будь ласка. Обеспечение безопасности движения. Дорожное движение в Семенном Пыре. Дальше. Решение, это смотрите, решение номер госполкома есть такое, проезд детей от 6 до 14. Правильно нет? Дальше что идет? Последняя строка. Перевозка другого контингента. Поэтому расписался этот водитель. Вот здесь я подчеркнул. Видите? Все знает, рассказывает. Все, ну как еще и понятно. Можно ведь понять, как Макарин сказал, воспитывать ребенка, который лежит поперек кровати, который человек уже взрослый, под 50 лет. Вы же понимаете, человек состоявший, как личность и как водитель. Ну, не было никаких вопросов пока до сегодняшнего дня. Раньше жалоб на него не было? Не было, работает 8 месяцев. Жалоб никаких не было. Отличная машина, сидит в отличном состоянии. Проблем никаких не было. Он у вас 8 месяцев? А? 8 месяцев у вас работает? Да, 8 месяцев, да, у нас. Мы связывались с той работой, где он раньше работал. Мы когда принимаем на работу, мы звоним в предприятие, где он раньше работал. Значит, никаких противоправных показаний нет. Значит, награжден грамотой покойного Владимира Дмитриевича Чайкина, грамотой за отличное обслуживание, безаварийное обслуживание пассажиров, культурных пассажиров. Какая грамота есть у него? Как вы думаете, этот инцидент, может быть, он связан с его личными взаимоотношениями, любовью? Ну, вы знаете, как вам сказать, как он рассказывает, что этот пассажир, говорит,